Всем привет! Сегодня у нас такое небольшое лесное путешествие. Доехали от Забайкальца до речки Никишиха. Немножко перебрались, покушали. И сейчас другим распадкам будем подниматься в обратную дорогу. Первый пошел сурф. Андрюха Кариб поехал. Горочка такая неплохая, с диагоналочками даже. Вроде все нормально, а не все встал, уперся в березину там. Дерево убрали почти. Молодец. Вот так. Давай назад. Вот, стащило немножко. Все, брали лишнее. Нива Бронто пошла. Сама в блоке. Ленд Крузер Прада. Блоков нету. Да, едем, едем. Немножко подстали. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Можешь подтолкнуть чуть-чуть? Чуть-чуть не хватает. Все. Ой-ой-ой-ой!
Не, только вы. Сурф поехал. Следующий попался коварный участочек, снесло сурфа, но выбрался. Андрюха крич попёр. Продолжение следует...